Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иаков борется с ангелом. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его. Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи мне имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там, и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.